Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий. И сегодня я хочу проверить одно утверждение о том, как убрать дребезжание щеток на автомобиле. Как дребезжат щетки, сейчас я вам покажу. Сейчас намочим. Вы видите, как дребезжит все это? Даже смоченная поверхность все равно дребезжит. Вот это дребезжание мы попробуем сейчас убрать. Итак, есть мнение, что щетки дребезжат из-за того, что вот это вот, видите, под углом приходит к стеклу крепеж щетки, они должны быть строго параллельны. Сейчас мы согнем щеточку и посмотрим, насколько это правда или неправда. Ну вот мы подогнули, видите, сейчас прям к стеклу очень ровно прилегает. Сейчас посмотрим, наденем щеточку и посмотрим, как она будет работать. Что-то все равно дребезжит. Вот смачиваю. Но все равно идет какое-то дребезжание. Вот видите, ну не знаю. Сейчас попробую поменять щетку и посмотреть. Может, из-за того, что щетка уже старая. Но уже меньше значительно. Итак, проверяем. Новая щетка, выпрямленный поводок. Все идеально работает. Ну, давайте еще раз дождемся. Так что, как видите, интернеты не врут. Дребезжание щеток можно убрать подгибанием поводков. Вот, как можете видеть. Даже за моей спиной. Кстати, новая щетка, видите, никаких вопросов она не вызывает. Старую поменяем. Вот видите, все вообще тихонечко. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, расскажу еще что-нибудь. А пока, спасибо, что смотрите.